Медицинский халат превращается в костюм врача-инфекциониста у фельдшеров скорой помощи, которые отправляются на вызов человека, возможно, зараженного коронавирусом, другая спецодежда. О том, что разработали такие костюмы задолго до появления уханьской пневмонии и в лишних испытаниях они не нуждаются, защита стопроцентная, все знают. Об этом рассказывали еще во время учебы в ВУЗе, признается фельдшер Анастасия, поэтому заразиться коронавирусом медики не боятся. Так очки запотевает, а так вообще не жалко. Как в лыжниках. Средства индивидуальной защиты фельдшеры скорой помощи надевают еще на подстанции перед выездом. Прорезиненный комбинезон с капюшоном, резиновые сапоги и перчатки, специальные очки и медицинская маска. В областном Минздраве уверяют, таких костюмов в области достаточно, дефицита нет. Врачи обязаны их надевать на каждый вызов, если есть подозрение на коронавирус. Подозрение есть, когда у человека появились какие-то респираторные симптомы простуды, температура, кашель, насморк, боли в горле. И есть факт эпидемический, что в ближайшие 14 дней он находился в какой-то стране, где есть эта инфекция. То есть если он прибыл из этой страны, то он рассматривается как подозреваемый. Раньше больного госпитализировали исключительно в специальной капсуле. Считалось, что только так можно избежать заражения окружающих. Но по мере изучения коронавируса эта необходимость отпала, инфекция передается только при тесном контакте. Поэтому теперь госпитализируемый добирается до кареты скорой помощи самостоятельно. В машине обязательно происходит фильтрация воздуха, а после того, как пациент покидает салон, все тщательно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Обрабатывается все, также запрыскивается боноцидом. После выдерживаем срок экспозиции, выдерживаем час и после того заново моем машину. Если есть симптомы ОРВИ, проконсультироваться с врачами нужно обязательно, считают медики. Только так можно обезопасить себя и окружающих. Впрочем, омичи к своему здоровью в последнее время относятся сознательнее. Стало меньше тех, кто переносит инфекцию на ногах на фоне пандемии коронавируса. Количество обращений в неотложную службу увеличилось в разы. У нас врач, который находится по приему вызовов, врач 03. У него с целью консультации населения, конечно, увеличилось число звонков. То есть люди спрашивают, люди звонят, люди уточняют, как им себя вести, что делать. Но в основном население у нас понимающее. В основном переживают за пожилых родителей и за детей. Сейчас обязательно госпитализируют только тех, кто прилетел из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеет симптомы ОРВИ. Врачи советуют, если вы не были за границей, но переживаете за свое здоровье, звоните либо в скорую, либо в Роспотребнадзор. Там обязательно расскажут, что делать.